30 октября вышел итоговый приказ о зачислении иностранных студентов в Казанский университет. По итогам приемной кампании, проводимой в октябре, зачислено 800 студентов, а общее количество иностранных обучающихся превысило 3200 человек. Из них на контрактном обучении примерно 2680 человек. Более активными институтами стали Институт фундаментальной медицины и биологии. Кроме того, и существенной популярностью пользуется Институт международных отношений, Институт филологии и межкультурной коммуникации. Традиционно очень популярным и с наибольшим приемом в этом году Институт управления экономикой и финансов. В этом году большое количество студентов поступило из Китая, Узбекистана и Египта. Мы в основном вот этот вот дополнительный прием в сентябре-октябре организовали для наших партнеров, потому что они достаточно поздно получили аттестаты об общем школьном образовании. Кроме того, на подготовительный факультет уже зачислено 584 иностранца. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз.